Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в великолепную игру, фильмец The Hacker's Quarry, ну или The Quarry. Вот, и великолепный сюжет, продуманный, лора, 7 глава. Да. И великолепный продуманный сюжет, мы просто восхваляемся сюжетом с тобой, да? Получаем кучу удовольствия. И вот я вернулась сюда. Макса пришлось оставить на острове. Лучше места не найти, там вокруг вода. И все. Такая вот история. Ну, а, Макса она оставила там на острове. Стой. Остров? Это что, наш остров? В озере? Да, а что? Ну, Джейкоб, он отправился туда на поиски Эммы и не вернулся. И она тоже. Вот черт. Ну, давай так. Ну, если они там и были, их уже нет. Что это значит? Я только оттуда. Там сейчас один оборотень и нет людей. Вот черт. Я знаю, что мне надо сделать. Убить Криса Хэкета, пока не поздно. После нашей встречи, когда я убила Криса, я вернулась на остров, думала, Макс исцелится, но... Но он не исцелился, она убила Криса. Потому что, может, это не он был, либо что-то как-то не так. То есть там на острове сидит Макс. Как-то тупо этот весь сюжет какой-то, знаете, с оборотнями. Как-то все тупо. Сейчас он тебе выбежит с распростертыми объятиями. Макс! Ау. А с чем ты его звала? Объясни. Он же тебя тоже нападет. Чего она ожидала? Это, наверное, Макс и есть. Или кто это? Не, а чего она ожидала, когда она кричала «Макс, Макс»? Что ли, выйдет Макс реально? Она ожидала, она же типа убила, да, видимо, этого и пришла к нему, что ли, так получается? Или что, я не понял. Она убила Криса, видимо. Пришла и думала, здесь Макс уже живой. Ну, нормальный. А Макс нет, Макс так и остался им. То есть учителя грохнули, он за нами не приедет. То есть к нам, по сути, уже никто на помощь не приедет. Ну, помните, когда парнишка упал в бассейн, ему уже стало легче? Значит, тот оборотень был не Крисом. Это был не оборотень, а Кейли Хэкет, дочь Криса. То, что я убила, не было девушкой. Ну, или к ней вернулся ее прежний облик, когда я ушла. Погоди, а как так вышло, что Макс не убил тебя? Скрываем укус. Хотел, но я быстрее. Гонишь. Блять.
времени в обрез. Да, время в обрез, реально. Сюжет все тупее и тупее, как по мне. Это кто? О, так, так. О. Вот и наш новый гость. Хорошо пахнет, да? Давай, кусай. Давай. Тупая зверюга. Тьфу. А новый это кто? Это Макс? А, блин, отпустите! Пустите меня! А ну руки убрали! Я вызову копов. Давай так. Прошу, отпустите! Я не хотел, чтобы так вышло! Прошу! Боже! Почему вы молчите? Это его семья, да? Семья копов, может, как я понимаю. Может, вам деньги нужны? Просто у отца есть деньги. Много, ну, не так много. Но он найдет. Наверное. Пожалуйста, отпустите меня, умоляю. Мне так жаль. Его сажают, кстати, в пятую камеру. Оборотень был там в седьмой камере, а это пятая. Второй Бобби. Эй! Эй! Эй, куда вы? Эй! Эй! Ох, бля. Ох, пиздец. Они думают, что он заражен или чё? Почему они его сюда притащили? Или просто так, чтобы не мешался? Непонятненько, ребята, непонятненько. Ну, это семейка копа, как я понимаю. Мать, видимо, батя его, братья. Что ли, так? Они какие-то поехавшие. Они разводят здесь оборотней. Вот же мелкая крыса. Суешь свой нос, куда не просят. Не верь всему, что ты слышишь. Ты че орешь на меня, слышь, падла? Вернемся к делу. Покажи, что тебе удалось найти. Колесница. С поводьями в руках мы чувствуем себя уверенней. Обретаем контроль, отважно берем судьбу в собственные руки. Отважно, но иногда и глупо. Многие ищут укрытие в колеснице. Но, ты знаешь, порой там не так безопасно, как нам может показаться. И тот же вопрос, что и всегда. Ты желаешь увидеть больше? Конечно, я желаю увидеть больше. Конечно, от этого толку нет никакого. Но мне кажется, эта бабка злая на самом деле, она не такая простая. Вау, ебать. До исхода ночи ты еще не раз увидишь меня. Я буду ждать, но лишь если ты найдешь верный путь. Мне кажется, она нам не помогает, а на самом деле она плохая. У нее тут черепа кругом, непонятно что. Вот. Очень классная подсказка. Великолепная. Я бы сказал. Глава 8 в волчьем логове. Где Крис Хекет? Заткнись. Хам. Эй, она убила Кейли! Я же объяснила. Кейтлин,
Идеи? О, потрясно. Ты прирожденный лидер. Да завали ты! Ну уж нет. Сам разбирайся. Я здесь ни при чем. Но подумай о том, что с нами случилось. Хорошо? Ты же слышала женский плач? Постой. Mm-hmm. Ты слышала женский плач? В участке? Да. А что? Это из той байки о призраке, да, Кейтлин? Это не байка, а ужастик в 3D с эффектом полного погружения. Твой браслет. Ну да, господи, успокойся, Нига. Ты чего? Я помочь хочу. Это Нига, это... взбудораженный. В самом крайнем случае, это даст вам шанс выжить. Это убьет их? Да? Да. А если это будет Ник? Говорю же, в крайнем случае. Браслет серебряный Райан, был? Райан, опусти ствол, пока все еще живы. Так, ну что, где живет Крис Хэкет? Ну, когда лагерь закрыт. Дома, блядь, в себя он живет. Мне-то откуда знать? Вы же были вожатыми, провели здесь 2 месяца, нет? В убежище его нет, по лесу за ним гоняться бесполезно. Мне нужна зацепка. Как насчет того жуткого дома за лесом? Эй! Что? Давай вот так. А как тебе вариант не убивать? Ну, возможно, выйдет не убивать тебя. Что? Слушай, когда луна зайдет, я застряну тут еще на месяц. Так же, как и Макс, и те, кого он укусил. А мы тут каким боком? Спроси лучше у своих друзей в лесу. И не забудь про Ника. Все, еще чуть-чуть, и вас придется разнимать. Райан, давай валить. Времени нет. Пострадает еще много людей, если я не найду Криса Хэкета. Я с тобой. Что? Ага. Вот и я не поняла. Давай, так. Дружелюбие, Крис тут ни при чем. При чем здесь дружелюбие? Я докажу тебе, что Крис Хэкет тут ни при чем. Он просил нас сидеть внутри, хотел защитить. Да мне пофиг. Охренела? Заткнись. Ладно, делай, что хочешь. Ее же укусили, как и Ника. Все будет хорошо. Тачка того копа. Где она? На дне озера. Что? Я же угнала ее у копа. Тогда попробуй починить фургон и уехать. Сколько у нас? 1 или 2, не знаю. Это же не какая-то точная наука. Тогда нам пора. Тогда, когда полнолуние будет, тогда вам жопа. Нам точно сюда? Да вроде, да. Вроде или точно? Я что, похож на гида? Ты там вообще когда-нибудь был? Но нет. Что, реально? Я знаю не больше твоего. А куда мы тогда идем? Может, у нас это, с дураков держит? Ты хорошо знаешь Криса Хэкета? Мистера Хэ, ну да. Надеюсь, не так хорошо, как путь к его дому. Когда я впервые приехал сюда, у меня были проблемы, и мистер Хэ помог. Он крутой,
Я его знаю. А вот ты нет. Ладно, ладно. Блин, тоже мне любимчик. Да что с тобой? Да господи. Ну а что насчет тебя? То есть? Почему ты здесь? Я не дам его убить. Я убью не Криса. Я застрелю оборотня, в которого он превращается. Нет же. Боже. Какой наивный мальчик. Может, он что-то знает, может, ему что-то рассказал этот Крис. Может, он знает что-то, что не знаем мы. Вот он, дом Хекетов. Значит, он со своей стрёмной семейкой живет в этом стрёмном особняке посреди леса. Ну, охренеть. Нет, но там его мать живет, вроде... Я там не был, но... Раз уж мы ищем ответы, думаю, стоит начать отсюда. А... и как туда попасть? То есть? Как попасть в дом? Через дверь, блять! А это прям отличный вопрос. В любом заборе, может, блять, никак? Должна быть дверь. Да, я понимаю, что Крис твой друг. Я бы показал дорогу, если б знал. Точно. Да. Лора, мистер Хейли злодей. Заебал ты, блять, пойдем его грохнем уже. Здесь речь идет не о добре и зле, Райан. Но почему ты так уверен? Если я позволю совести остановить меня, тогда всем станет намного хуже. И если есть другой способ, я выберу его. Эй, куда ты идешь? Нет времени, помнишь? Тут где-то должен быть вход. Держу. Мы оба рухнем. Да вы ебывались. Где, говорит, вход? Ну, блять, в любом заборе должна быть дырка. Обойдите его, блять, по периметру. Лора! Пойдет по следу, опасаясь лишь воды. Точно. О боже, Лора! Ёб твою матрицу! А если... Ты что? Смотри, ну... Глаз появился. Регенерация. Большие у тебя глаза. О, черт. А цвет? Желтые? Ну, самую малость. Самую малость, да. У нас мало времени. При желтухе не такие желтые глаза, как у нее. Самую малость, говорит. Так подожди, опасаясь только лишь воды. А в воде-то что получается? Они быстрее регенерируют или что произошло? Я думал, наоборот, на них как-то это плохо влияет. Похоже, их тут рабочие оставили. Ну да. Тут давно никого не было. Но свет горит. Давай быстрей. Ты это слышал? Она. Кто? Карга Хекетскуори. Хочет нас спугнуть. Или ведет. Так, бро, давай я первый пойду. У меня все-таки оружие, да, как бы. Хотя пускай. Нас услышали? Сомневаюсь. С нормами труда тут хреново. Ой, блядь, ну, хоть... на мой взгляд, в таком месте ржаветь разрушаться как раз норма. Хоть ладно. Свой тупой идем. Юмор же. Это... Вот как по мне, честно, ребята, игра затянута.
Тише. Ну, с этим вот тупым сюжетом. С тупыми шуточками. Я говорю, для 15-летних игру сделали. Просто охренеть. Да блин! Я бы сейчас от бургера не отказалась. Да ну тебя. О, высоко. Ты думаешь, тут сейчас может быть кто-то еще, кроме нас? Наверное, или эти шахты не такие заброшенные. А, их логика меня поражает, ребят. Идут в самое пекло, так сказать, да, в самый оплот. Да, я, давайте я тоже скажу, о, высоко тут. Давайте теперь все будем по очереди это одно и то же говорить. Карьер, понятно, смотреть не будем. Так в чем твоя фишка? В плане. Ну, ты же типа такой загадочный одиночка. Как-то это не вяжется с любовью к начальнику лагеря. То есть я не вписываюсь в нужные рамки, так? Да, блядь, заебали. И что это за рамки? Пофиг, забей. Ты всегда такой? Какой? Вроде начинаешь разговор, а потом сразу прячешься в свою раковину. Может, я не хочу с тобой говорить? Ух ты, мило. Что-то мне подсказывает, что ты одинок. Да, и? Да так. Сюда, я вижу свет. Да. Ну, или оставайся, решай. Качалка себя оправдала. Так, дамы, вперед, или ты первым полезешь в страшный туннель? Конечно, ты вперед, блять, у тебя ствол. Какие глупые, блять, она вопросы задает, это ужас. Вот нахера ты его вперед пускаешь, у тебя же ствол. Мне кажется, вообще не стоит этих херни собирать. Ну, потому что от них смысла нету. Нам там никаких подсказок не дают. Здесь были рабочие, понятно, раньше. Что-то делали. Работали. Была шахта, все понятно. Были бочки с вином. Бухали, все понятно. Берегись. Занозы. Спасибо, поняла. Намечается туса. Выпивка. Времен запрета. Это все контрабанда. Значит, она стоит тут около 100 лет. Не скисла? Что? Ей цены нет. Так хекеты были бутлегерами. Похоже. Карьер закрыли, а деньги нужны. Пошли, потом обсудим. Ну, обычная семейка. Тут время в Америке. Думаешь, сюда? Не знаю, я без понятия, где мы. Я тоже. Идем?
Ай, куда-то ушли. А эти где ходят все? Эти пошли оборотня главного убивать, а эти что где ходят? Что тут произошло? Это из-за меня. Немного посрались с одним из местных. Охренеть, вы все разнесли. Ему досталось. А что с Джейкобом и Эммой? Ну, ничего, надеюсь. Может, найти их? Или как? Думаю, будет лучше выбраться отсюда и позвать на помощь. Да. Мы потом вернемся за ними. И Ником. И Ником. Они хотят на машине поехать, но она же спалёная. А, там эта баба сидит. Я помню. Там что? Там кто-то есть? Там эта баба ваша. Не знаю. Сейчас скажут, давайте стрелять. Да, в вот чем сейчас... дело? Я... Сейчас будет вариант Джейка! Стрелять. Эмма! Они... Мне открыть? Ну, рискни. Черт! Как же это? О боже! Прости меня, Дилан, мне очень жаль. Я не знала, что это ты. Я испугалась. Это не газ. Что? Освежитель. А. Ладно. Первое, что под руку попалось. Да, вот этот поворот. Так она все время была в участке? Жесть, да? А ведь у нас было такое веселое лето. Кто бы знал. Блин. Итак, двигателю пиздец. Отлично. Ну, если б я могла, я бы наколдовала нам тачку. Стоп, а я могу. Все, крыша поехала. Тут рядом есть свалка. Может, найдем там тачку на ходу? Ну это да, это рискованный план. На свалках же бывают тачки на ходу. Дилан, хватит! Ты нужен мне! Нужен нам! Ладно, понял. И снова Дилан беззаветно рискует своей жизнью ради друзей по работе. А нам-то что делать? Я в целом не против фургона, но это явно не Форт Нокс. Ну, под коттеджем есть убежище. Там можно переждать. Ладно. Эбби, со мной. Удачи. Опять делятся. Опять разделились, как все в тупых, блин, фильмах. Все поделились. Сейчас кто-то сдохнет, а кто-то нет. Хотя у нас вроде пока еще никто не сдох, да? Что это? О, пустяки, у нас просто гость в подвале. Пускай, хватит с нас крови.
Да тише ты. Сама тише. Шш. Пойдемте. Сюда, идем. Да я не буду брать эти хрени. Да пошли, куда ты, блядь, пошел, император, на... Да, блядь, насрать. Пойдемте, толку от них нету, ребят. Пойдем этого найдем, нашего парня. Джефферсона, или как его там зовут? Берегись. Все ок. Звук идет сверху. Джейкоб! Это я, Райан. Блять, что случилось? Нет, не открывай клетку, потому что она под напряжением. Вероятнее всего. Эй, не надо. Ебать. Слушай, вытащи меня отсюда. Пожалуйста. Как? Слушай. Электричество. Коробка. В углу комнаты. Думаю, там переключатель. Тот старик-охотник. Он там что-то нажимал. Вам случайно не открыть седьмую камеру. Ты почему тут, сын? Почему не снаружи? Мы тут с ног сбились, чтоб спасти всех этих детей. Ма. Кейли. Мертва. Нет. Парни скоро ее принесут. Видать, у тебя мозги на бикрень съехали. Ее нельзя убить, пока она такая. Серебряная пуля. Она мертва. Нет. Нет, нет. Нет. Нет, нет. Нет, нет. Только не моя внучка. Моя единственная внучка. Только не Келли. Моя маленькая Келли. Только не Келли. Только не Келли. Жалкий кусок дерьма. Только не Келли. Чтоб тебя... Что ты здесь делал? А знаете, в чем тупость, ребят? Тебя укусили? Сейчас я скажу. А знаете, в чем тупость? Мент вот этот, да, он типа не этот, ну, не заражен, да, типа он не страдает, он не оборотень. Почему он не мог просто взять, у него же полицейская тачка есть, он мог в две ходки там, да, как-то взять, да вывести их. Там дед, потом брат его или там кто там, еще эти двое ходят, они тоже вроде как не заражены или что-то такое. То есть почему они не могли вот этих вот дебилов семерых взять отсюда нахер вывести, особенно коп? Мог их там до отеля куда-то подкинуть, да, быстренько туда-назад, там, в две ходки съездить на своей ментовской тачке. Хотя у него там, да, ментовскую тачку кто-то скажет, утопили. Но все равно можно было что-то такое придумать. Она того? Давай-ка остановим. Стой! Это он! Подумай, зачем им сажать его в клетку? Тогда кто это? Это еще кто? Она главная. Один раз ты уже ошиблась, вдруг это Ник. Твой друг? Эй, слушай, так, они сказали, что поймали двоих из нас, что бы это ни значило. Кто бы это ни был, он не сбежит. Так что, сперва проверим. Ты обещала. Да, это может быть Ник, кстати, Райан, говоря. Помоги мне, пожалуйста. Живо, скажи, откуда у них взялось ружье с серебряной пулей? Это мое, его забрали. Забрали! Ну ты и кретин! Ма! Вот, черт! Придурок!
придурок ты никчемный! Так что, черт возьми! С тобой случилось? Они рядом. Ставить Джейкоба, помочь Джейкобу. Давайте поможем Джейкобу. Ладно, ладно, ладно. Помоги мне. Окей, так. Тебе надо открыть мою дверь и вот эту. И точно не ту. О, класс, спасибо, детектив. Иди ты, я пытаюсь помочь. Нет, ты иди, я пытаюсь... Тихо. Хотя на самом деле Джейкоб можно было оставить. Там на стене коробка, ну щиток или как его. Там должны быть переключатели от всех клеток. Ладно, сейчас. Окей. А, не надо было помогать. Он тут в безопасности на самом деле. Заебись. Ну, пятую, седьмую нельзя открывать. Третья. Ну, по сути, третью, либо пятую, либо четвертую, пятую. Переключатель 1, переключатель 2, переключатель 3. Переключатель 3, а пятого-то нету. А, переключатель 3, наверное, плюс 2, это 5 будет. Давай этот. Эй, друг, круто, осторожнее там. Но нам семерку нельзя. Пять. Блин, мы сейчас сдохнем. Че, ребят? Давай, хрен. Я смогу, смогу. Ну уже, друг, давай. Может, нам 8 надо? Ну, там 4, 3. Либо нам тройку надо. Либо нам надо четверку. Наверное, тройку. Я думаю, что три нам надо. Пять, и там тройка. Или хуй знает, что от меня хотят. Окей. Ну да. Я просто не знал, какая это дверь. Это четверка, тройка, что это? О, блин. Ну и видок. Спасибо, друг. А где остальные? А, Джейк. Эмма не с ними. Не знаю, где она. Но ты должен пойти к ним. И это... Дальше шахты, но не знаю, есть ли там выход. А, у меня вопрос. Может, его посадили, потому что он тоже заражен? Может, он укушен был? О, нет. Боже, моя внученька. Моя Келли. Только не Келли. Так ты держал этих блядских вожатых в блядской камере целых... Два, мать их, месяца, так? И теперь говоришь, что ты, вместо того, чтоб всадить каждому из них по пуле в их грёбаные пустые бошки, дал им свое ружье, и они застрелили из него мою Келли? Ты это хочешь сказать, Трэвис? Хватит с нас крови, это твои слова. Боже мой, боже, это теперь прошлое. Какая бабка-то, блядь, злая, да? А если бы это был я или... Или Бобби? Скажи. Она семья. Твой долг — защищать семью. Но ты плохой сын. Я хочу все исправить. Очень хочу, но не могу. Я просто не понимаю, почему ты не мог решить проблему, пока была такая возможность. Решить проблему? Ты себя слышишь? Отлично слышу! Я, может, и старая, но не глухая! Я полицейский! А, теперь я слепая! Ты
ты машешь этим значком так, будто он стоит $1 000 000, а он у тебя лишь потому, что Хэнк погиб при пожаре у цыган. Ма. Хватит! Не мамкой! Прошу тебя, присядь, присядь. Не указывай мне! Прошу. И не думай, будто ты лучше остальных, не лучше! Пожалуйста, присядь. Не указывай мне, что делать, ты кретин! А что это сейчас было? Что за звуки? Чего есть-то, блядь? А чё ты сделал так? Пришли, Бобби. А чё она такого сделал, что шум? Все ли? Приветствую. Что нового? Ой, надеюсь, бабулька, тебе удалось найти мои карты. Ну что, посмотрим. Колесо фортуны. Ведь что есть удача, если не колесо рулетки? Иногда приходится рискнуть. Кармические законы нам не подвластны, но судьба благоволит внимательным. Так что будь начеку. Да, колесо вращается, но острый глаз поймет, где оно остановится. Показать? Давай покажем, да у тебя же, блядь, бесценные подсказки-то. Мента могут убить, понятно. Что ж, время есть, но умоляю, будь начеку. Мента могут убить, это печально. Он вроде бы нормальный. Давайте в следующей серии уже. Бывало там? Матриархат. Матриархат — это когда бабы правят миром. Да. Ну, то, что у нас сейчас происходит. Женщины же правят миром, правильно? Это они просто никому не говорят. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Когда-нибудь она обязательно будет. Обязательно жди. Да, великолепная игра. Кстати говоря, осталось 2 главы, всего 10 глав. Я подсмотрел одним глазиком, сколько. Вот, всего 10 глав, сейчас 9 и 10. Ну, в лучшем случае пару серий. Еще. И на этом закончим. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.